приехали на пляж. Вот наша красотка в шляпе. Так классно. Сколько народу сегодня. Мы еще столько никогда не видели, да, Виталь? Да. Ужас, воскресенье, мы в будни ходили. Хотя вроде и выходные как-то были, не знаю, может, потому что жаркий денек. Все парковки заставлены автомобилями. Где мы осядем? Пойдем искать место. Всем привет! Какая, как водичка, Ева? Она чуть-чуть теплая. Чуть-чуть теплая? Да, смотрите. А чуть-чуть холодная? Ну так себе, я не знаю. Золотой песок. Он блестит золотом. Ну, сколько градусов вода? 20, наверное, только. Нет? Нет термометра. Ну, может, потому что я нагрелась, очень жарко, и поэтому кажется, что... Ой! Ну, не знаю, как теплая. У нас в бассейне теплее. Посмотри, серферы. Смотри, встали. Один стоит, другой упал. И второй упал. Это новички, они учатся стоять на пене. Вот наша девочка, Евочка, катается на самокате. Классно? Да. Погодка хорошая? Ага. Я хочу вам показать, как я сейчас буду делать. Вау-вау-вау. Осторожно. Это я так умею делать. А смотри себе, что будет. А там я стоя буду делать. Все. Уже там стоя буду делать. Смотрите. Смотрим, смотрим, Ева. Что-то сегодня деток нет вообще никаких, да? Да, ни одного. Наверное, им жарко. Жарко. Я думаю, что все уехали куда-нибудь. Сейчас и мы поедем, наверное, на озеро какое-нибудь. Да, где уточки? Где уточки? Сегодня воскресенье, и все детки с родителями наверняка уехали куда-то, может, на океан. Поэтому на площадке на детской никого, ни души. Тишина такая. О! Вау! Ку-ку, Ева! Привет! Я не хочу ехать, я вот так делаю. Ой, ой, ой. Осторожно, Ева. Она меня не слушается. Конечно. Железная штука ведь, осторожно. Да, у нее же глаз ведь нет и рта. Ух ты, как Ева. Ух ты! Ничего себе! Во, как я умею еще! Молодец! Я сейчас пора отдохнуть.